Проблема каждого пёсика. Проблема каждого пёсика, который, как я, любит лизаться и целоваться, это то, что... Не лежись, Юмичу. Делать это нельзя. Вот, смотрите сами. Ну, пожалуйста. Зачем ты мне палец в рот суёшь? Ну, можно я хотя бы палец полежу? Ну, ладно. Ну, пожалуйста. Ну, почему тебе можно меня гладить, а мне нельзя тебя лизать? Ну, ладно. Только не цепляй язык, пожалуйста. Ладно, не буду лизаться, буду просто так языком так вот делать. То есть мне что, и пальцы тоже нельзя лизать, да? Ну, это же как целоваться. Целоваться — это так классно. Ладно, не буду. Один разок. Маленькая розовая пушистая козявка, я тебя побежду. Ах ты, хочешь меня обмануть? Ой, что, мы уже снимаем? Короче, ты на канале Magic Pets, подписывайся скорее, а то я тебя съем. Да уж, киса Алиса, очень оригинальное приветствие. Ой, Юмичу, отстань. Ладно, девочки, не ссорьтесь, приветик. Короче, мы тут с ребятами решили. Помните наши скетчи «Каждый котик, каждый песик такой»? А сейчас многие снимали на ютубе проблемы каждого кого-нибудь. И мы решили снять проблемы каждого песика. Кстати, тут появляются ваши волшебные комментарии, не забывайте их писать. А еще голосовать в вопросе и... Миша, лайк! Миш, она имела в виду, ставь лайк, вот. Нет, ставь лайк, если хочешь проблемы каждого котика. Вот что я сниму, если будет много лайков, вот. Ах да, ребята, мы же совсем забыли вам сказать, что на канале Magic Family сегодня... Эйвен, вообще-то я начала говорить. А, ну ладно. На нашем канале Magic Family сегодня очень крутое видео. Помните ролик про урок физкультуры для собаки? На большой собачьей спортивной площадке. Сегодня вышло видео еще круче. Про собачий спортзал. Но это еще фигня. Там еще собачий бассейн. Обязательно сходите, посмотрите потом. Мы ссылку вот там внизу оставили, да? Да, ссылка вот там, вот там, не, ребята, вот там внизу. Софиш, извини, конечно, но ты в камеру не влазишь. Ладно, вам это точно понравится. Кстати, в этом бассейне плавают не только собаки, а еще там собачья беговая дорожка. А, вы про то место, где куча каких-то странных штук, резиновых шариков, лесенок непонятных. Потом посмотри, ссылка будет там. И там же, наверное, видео на твоем канале, да, Ань? Да уж, походу сегодня день эпичных видео на всех наших каналах. Если, конечно, я на свой успела смонтировать. Ладно, ребят, я пошла, а вы давайте скетч свой снимайте. Погнали! Проблемы каждого пёсика. Проблема каждой собаки, у которой в доме есть кошка. Сейчас увидите. Почему-то нельзя залазить в кошачий туалет. Ну вот почему? Я не понимаю. Смотрите, что сейчас случится. Сижу я себе в космическом туалете киса Алисы, никому не мешаю и... Софи? Меня тут типа нет. Софи, выходи оттуда. Вы что там, Алискиной какашки едите? Это ее туалет, а не ваш. Ой, опять ошиблась кабинкой, прости. А, сколько можно говорить? Проблемы каждого пёсика. Вечно эти двуногие не разрешают нам грызть все подряд. Юми, что это у тебя? Тапок. Мой тапок. Ну, Ань, он такой прикольный, ну можно погрызть? Ничего нельзя в этом доме грызть. Ну, утку-то можно. Какую еще утку? Игрушки. Вот, игрушки грызть можно, все остальное нельзя. Так, держи тебе вместо тапка другой тапок. Ну, он неинтересный. Ну, смотри, Юмичу, он почти как твой тапок, точнее, мой. Но он скучный, не такой прикольный, как твой пушистый тапок-гигант. Ой, все. Ой, какая прикольная штучка. Так, топ-топ-топ-топ-топ. Пойду-ка я ее погрызу. Какая прикольная игруха. Так, ребят, ну что, будем снимать видео? Эйвен, что это такое у тебя? Что такое? Это моя ручка, которую я потеряла, отдай. Ну, Ань, это такая прикольная игрушка, можно я ей еще поиграю? Это моя ручка, а не игрушка, нельзя ее грызть. Если уж очень хочешь погрызть что-то твердое, на тебе оленей рог. Ну давай. Что за жизнь такая собачья? Приходится грызть какие-то кости, да рога. Почему нельзя просто ручку погрызть? Юмичу, отдай! Нет. А вы, девчонки, чем играете? Что? Это же, вы че? А ну-ка, Юмичу, отдай-ка мне эту штуку. Это же мой кролик, это же мой любимый брелок, вы чё? Отдай, Юмичу. Ну, пожалуйста, он такой прикольный, можно мы его погрызем? Нет, нельзя, потому что это не игрушка, это брелок. Всего, обслюнявили бедного. Вот, если хотите погрызть что-то пушистенькое, вот вам милая собачья игрушка с пищалочкой. Вот, держите. Кто обслюнявил, того и игрушка. Ой, да больно надо. Вот. Кролик, между прочим, Ань, был намного прикольнее. Дай мне его погрызть, пока Юми занята. Ты чё, Софи, издеваешься? Да вроде нет. Так, пора сделать ребятам новую фоточку в их инстаграм. Кстати, кто не подписался, подписывайтесь. Так, сейчас будем делать новую фотку в инста... Юми. Это палка. Это ушная палочка, Юмичу. Может быть, даже использованная. То есть ты ее где-то ковыряла? А если я ей ковыряла не в ушах? Погоди, а где? В
Все, Юмичу. Нельзя грызть не только мои вещи, но и использованные вещи откуда-то доставать и грызть их тоже нельзя. Вот тебе косточка вместо этого, поняла? Да, но косточка не такая прикольная, как ушная палка. Давай лучше фотку в Инстаграм сделаем с твоей смешной мордашкой. Аня, это игрушка? Это моя заколка. А, то есть нельзя грызть, да? Нет, нельзя. Жалко. А где ты ее взяла? Нашла под кроватью со всеми игрушками. Софи, неужели ты не видишь, что это не игрушка? Ладно, ладно. Я специально спросила. Вот, на тебе место заколки. Банан? Серьезно? Да, банан. Чем тебе не нравится банан? Ну ладно. Юху! Кстати, по поводу банана. У меня тут появилась крутая идея. Пойдем-ка. Здесь только 5 игрушек, похожих на еду. А вообще у нас целых 2 ящика игрушек. Предлагаю снять видео «Настоящая еда против игрушечной собачьей еды». А, прикольно? Ставь лайк. Ой, Юмичу. Проблемы каждого пёсика. Нельзя беситься в кровати и таскать туда игрушки. Это нечестно. Можно. Уху. Да, это одна из самых великих проблем псов всего мира. Ой, утка упала. Бесимся в кровати, пока они нет. Юми, тащи сюда все наши игрушки. Сейчас летаю за мячиком. Мой мяч, нет, мой. Они так и не поняли, что он у меня. Юми, убери свой зад с моей головы. Сначала мяч, блин, Эйвен, он у него. Ну ты, пап, вообще. Мы повелители кровати, цари гигантского матраса, покорители простыней и пододеянников. Да, точно. Так, кто тут лает? А чё происходит? Эй, ну вы чё, ребят? Мы же договаривались. Без моего разрешения на кровать ни-ни. Всё опять будет шерсти, и ещё и игрушек натащили. А ну, прости нас ещё раз. В сотый раз? Всё, хватит, давайте бегом с кровати. Миша, я тебя вижу. Думала, вдруг не заметят. Ну вот, как я и говорила, всё в мусоре каком-то, в шерсти. Всё, я ушла дальше монтировать, на кровать нельзя. Покорители простыней и пододеянников. Да не орите вы, а то Аня услышит. Я все слышу. Слезли с кровати. И вот так всегда. Так, ребят, у вас у каждого есть по удобной, мягкой, теплой лежаночке Magic Family. Мы же их специально выпустили. У меня человеческая кровать, у вас собачьи кровати. Все, я пошла спать. Уже поздно, спокойной ночи. Сладких снов. Тихо, ребята, не шумите. Тише, тише. Аккуратнее, вроде бы спит. Аккуратнее, Эйвен. Ну чё? Точно. Эйвен, да не скачи ты, как конь. Похоже, мы снова повелители кровати. Цари гигантского матраса. Покорители. Тихо, подождите. Давайте точно убедимся, что Аня спит. Эйвен, зачем ты так прыгаешь? Аккуратнее. Да, точно спит. Ага. Только тихо. Аня. Аня. Пап, да не буди её, ты чё? Я просто хочу убедиться, что она спит, и мы можем начать кроватную вечеринку. Да спит, спит. Ладно, чё, я за игрушками пошла схожу. Да, давай. Ой, мне кажется, она просыпается. Что тут происходит? Вы опять тут? Я же сказала, без моего разрешения, ребята, на кровать не залазить. Я вам разрешила, я вас позвала. Ой, хорошо, что мне лень было вставать, и я осталась спать тут. Проблемы каждого пёсика. Сожру лису. Юмичу, дай мне лису. Она к тебе не хочет. Ой, что это? Что это за звуки? А, отвлечь меня хочешь? Да нет, правда, звуки какие-то. Ой, точно. Точно, это Аня в душе поёт. Короче, им петь песни можно, а нам лаять на весь дом нельзя. Фух, я еще волосы не успела высушить. Что тут происходит? Что тут за лай? Вы что, всех соседей хотите перепугать? А я-то че? Это не я. Аня, ты че, хочешь всех соседей перепугать? В смысле? В смысле, ты же поешь, а почему нам лаять нельзя? Ясно, я поняла, кто это был, Софи. А че, я-то сразу? Проблемы каждого пёсика. Анютка! Что? Софи сейчас задохнется. Почему? Она держит мяч. И что? Давай в мяч поиграем, а? А, нет, Софиш, отпусти. Мне нужно тут домонтировать видео на Magic Family, а потом на Animagic. Давайте попозже. Еще одна проблема собак. Мы должны играть в мяч, только когда у них есть время. Ань, ну Ань. Что? Аня, поиграй с нами в мяч. Ну, пожалуйста, посмотри на эти грустные глаза. Ань, ну правда, ну? Ребят, ну дайте мне полчасика, я доделаю дела и поиграем. Вот она какая тяжелая собачья жизнь. Ты просишь поиграть с тобой в мячик, но у хозяина нет на тебя времени. Ты такой одинокий, с мячом во рту стоишь. Ань, Ань. Что? Ань, ну смотри, как это весело. Раз, кинул мячик, словил мячик, кинул мячик, словил мячик. Да, давай поиграем, а? Все, я закончила, выложила видео. Вы готовы? Давайте играть в мячики. Неужели? Давай. Ловите. А, не поймала. А я поймал. Давай сюда, Ивась. Раз, два, три. Ну? Давай. Раз, два, ну, три.
Софиш, лови. Молодец. Еще раз. Молодец. Юмичу, волейбол. Отбивай. Молодец. Отбивай. Молодец. Отбивай. Лови. Молодчина. Ладно, все, ребят, мне пора на Magic House прибираться, готовить. Я пошла. Блин, сейчас еще полдня ждать, когда в мячик поиграем. Но пока их можно погрызть. Так что у тебя есть время написать комментарий, проголосовать вопрос и поставить лайк. Да, проблемы каждого песика. Надеемся, вам понравилось. Вот. Давайте посмотрим, как тут кадр получился. Да, давайте посмотрим. А чё без меня-то, а? Конечно, проблемы каждого котика не сняли. Если лайки тебе Алиска наберут, то мы и тебе снимем. Я тогда пошла видео на Magic Family посмотрю. А я на Animagic.